Peace. Здравствуйте, на канале Шлем Крипте. Сегодня мы будем говорить о топ-5 играх без вложений для быстрого дохода. Максимально подробный, ребят, обзор будет с вас, как всегда. Попрошу лайк, комментарий, пост, подписку, потому как за это все я плачу трончики. У нас есть специальный чат, который есть под каждым видеороликом, который есть у нас в YouTube канале. Поэтому я вам порекомендую это все сделать, потому как вы все равно смотрите видеоролики, а так вы получите 3x. Итак, ребят, сейчас тапалки и различные игры выпускают все больше и больше игр и начинают раздавать. Я бы хотел бы обратить внимание на самых таких скоро, которые должны заплатить нам, поэтому будем на них обращать внимание. Итак, ребят, переходим в наш телеграм-канал, здесь будет куча различных постов о том, как можно заработать в интернете, как с вложениями, так и без вложений. И буду стараться, как всегда, набирать максимально качественный контент, чтобы вы не могли терять свои средства, точнее, вы не теряли свои средства, а наоборот, только их преувеличивали. Да, пускай это будет, возможно, немножечко меньше, но зато это будет стабильней и более регулярно. Что я вам сейчас хочу еще рассказать и показать. Вот данная выписка, топ-5. Также у меня есть выписка уже поболее, где есть различные тапалки, которые я тоже делал пост в своем телеграм-канале. Там куча различных проектов, вот, на что стоит обратить внимание. Сейчас постараюсь вам догортать его, показать. Очень большая SimpleCoin, тоже я вам рекомендую поклацать, потому как там можно участвовать в таком, как бы, я бы сказал, бы рынке, да, где мы можем именно покупать в лоты. И закупаем лот, выигрываем токенами вот этими и забираем USDT. Вот. Аукцион, вспомнил нужное слово. Итак, ребят, опускаемся максимально вниз и поговорим о топ-5 проектах. Итак, проект Cats. Кто не знает данный проект Cats, тоже был у меня пост, вот такой он выглядел. Премаркет на бирже BitGet выпускался. И что они хотят? Что... Есть якобы вот этот Cats, якобы как и Docs, где мы можем реально очень хорошо заработать. Торгуется довольно-таки неплохо, почему бы не сделать и не забрать. Мы нажимаем на бота, тоже зависит, платит он нам токены, а в зависимости годов, сколько у нас есть в Телеграме, столько же мы заберем данных токенов. Только одно единственное, что нам нужно будет заплатить криптовалюту ТОН. Вот. Может, хотят бота отсеять. Может, непонятно кого, будет это плюс нам, может, будет на минус, не знаю, посмотрим. В любом случае, я буду пробовать закидывать 1 тон, как здесь написано, что они за транзакцию хотят, чтобы мы заплатили 1 тон. Я сейчас это все сделаю, конечно же. Итак, ребят, выбивает, что простите, попробуйте позже, возможно, у них какие-то там техработы происходят. Ну, посмотрим, что она даст и... сколько у нас получится. В любом случае, я думаю, разберете, сложно там нету. Просто закинуть туда 1 тон криптовалюты. Это примерно 5,3 доллара. Следующий проект, это у нас Bloom. И был у меня вот такой вот пост, где бесплатная фармилка под крылом Binance Labs. Без вложений обязательно всем делать, обещают жирный дроп. То есть, все было не просто так, все сделано. И проект довольно-таки очень крутой, потому что здесь и тон под... Здесь и ТОН поддерживает, и Дуро поддерживает. Они хотят сделать якобы криптовалютную биржу внутри Телеграма. Это то, что мне пока известно. У нас есть еще пару месяцев. Смотрел я TikTok видео от самих разрабов. И говорят, что у нас еще пару месяцев время есть. Так что лучше пока не пропускать данный проект и максимально стараться его юзать. Я не вижу смысла вам растягивать эти все видеоролики просто там на часы, чтобы рассказывать максимально подробно о каждом проекте. Лучше уже сказать просто, вот, ребят, заходите, юзайте, классайте, и будет вам счастье. Вот. Чем, например, там куча вам всего этого юзать, говорить, рассказывать и так дальше, и толку нет. Как видите, уже появилась подвязка, показывает нас тон, сколько у нас различной криптовалюты, что у нас чего есть, так что ребята работают, обновляют и так дальше. Так что рекомендую вам точно так же в игры играть, максимально много игр нафармить данного токена. Что могу сказать еще? Что у нас здесь есть, естественно, фарминг, каждых 8 часов собираем. Есть Yarn, точно так же Friend, то есть подключаем реферальную программу, друзей, якомога больше. Ну, ребят, что тут сказать? Проект стоит внимания,
обращаем, реально клацаем, якомога больше. Ну и так, переходим к следующему проекту. Следующий проект у нас называется вот такой GM, новый проект бот при поддержке Binance Labs. Да? То есть фармили мы там токен лут, добыча похожа на ход токена. Все банально просто, сложного тоже ничего якобы нет. Запускается тоже у них, как вы видите, техработы. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Был такой фарминг, уже неоднократно похожий пост я делал. Я просто ее уже просто переделал данный пост. Делаю я в своем телеграм-канале, где мы там луты, там были, у них пул определен, и нужно было якомога больше нафармить данного токена лут. Посмотрим, когда залистится, и тоже сможем якомога больше заработать. Говорят, что официальную дату листинга 23 сентября. Так оно или нет, посмотрим в дальнейшем. Точно так же проект Major. Нажимаем по ссылке. Очень похожий тоже проект. Они все идут как бы под одну гребенку. Но тоже стоит обратить внимание. Потому как за вот, имеете там, например, подписочки, все это делаете, все круто, классно. И за это все вы, естественно, тоже получаете вот эти вот как бы звездочки. Сколько дадут, сколько заплатят. Посмотрим. Время в любом случае покажет. Что еще? Есть различные игры, где мы тоже можем за игры различные тоже получать данные звездочки. Тоже кто там топ по лидерборду. Ну, точно не. Дальше. Есть ивент, наша реферальная ссылка, где мы за каждого друга, если у него есть премиум, получаем плюс 1000. За приглашение друга 750 данных токенов. Ну, как-то так. В общем, будем смотреть, что у нас получится. Как бы никак, это все равно без вложений. Особого внимания и особого времени тратить не надо, поэтому рекомендую это все заюзать. Теперь останется последний проект, который реально, я бы сказал, я не знаю, топовый. Потому что здесь чем больше, тем лучше. Вот, в какой лиге вы находитесь, какой уровень кота и так далее и тому подобное. Игрок Эдизен, были у них неоднократно у меня посты в телеграме, еще как только-только они начались. Некоторые бараны сюда вкладывали вообще по 40 тысяч долларов. Не знаю зачем, ревки здесь никакой нету, ничего ты не получаешь. Но какие-то там чувачки сюда занесли очень-очень большие котлеты, чтобы получить якомога больше различные вот эти вот котов. Как говорится, различные уровни и так далее и тому подобное. Наконец-то запустилось. Все перезапустил я. Итак, блин, чуть-чуть не то нажал, ничего страшного. Как видите, есть такие гуляющие собаки, коты. Все вот это фармится, коты сыпятся, все хрестятся. Там все как, все круто, классно, да? Но все зависит от того, в какой вы лиге находитесь. Поэтому, ребят, старайтесь якомога больше фармить котов. Схрещивать их, пока есть время, есть возможность, потому что возможность закончится, и мы потом уже ничего не сможем заработать. Это халява, криптовалютная халява в 2024 году. Насыпали так насыпали и дали так раздали, я не знаю. За этих котов, за тех же самых Hamster Combat почули, услышали те люди, которые вообще были далеки от крипты. И тут уже все такие бум, короче, распиарился, капец. Точно так же Notcoin DAO, всеизвестный, и многие-многие другие. Так что, ребят, участвуйте в данную игру, якомога больше класайте, хрестите котов, увеличивайте уровень, пока есть возможность. Если у вас есть возможность, вы поставьте на авто, да, купите вот эту вот движуху, автопокупку. Вот, все сделаем, пускай оно фармит. Вот, некоторые люди с самого начала оставляли все на ночь, чтобы по максимально можно было фармить вот эту вот всю движуху и зарабатывать якомога больше котов. Поэтому у людей там есть 300-е, 500-е коты, уровни вот эти вот, которые дают им возможность быть в какой-то лиге. Также коты выпускают различные игры. Посмотрим, сколько дадут. Уйдет как бы в историю, возможно в легенды, что дал нам всем, абсолютно миллионам людей, разбогатеть и очень хорошо заработать. Спасибо всем за внимание, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ребят, как всегда, я с вами, и буду стараться якомога больше вам приносить удовольствие в данной крипте, будем шалить в криптовалюте, зарабатывать, все, что возможно, как только заработком, все, что связано, все публикую сюда, в наш телеграм-канал. Ребят, я всегда был на вашей стороне и буду на вашей стороне помогать вам зарабатывать в интернете, чтобы некоторые псевдоначальники не имели на вас большое влияние, что не заплачу, заурежу и так дальше, что вы могли послать туда, куда надо. Вот, потому что мне это все достало, что людей там, на них ноги вытирают, человек там за 3 копейки пашет тяжело,
а какой-то Вася ходит в коронный отдел и начинает вам все что-то угодно там рассказывать, как жить правильно, как работать и так дальше. Поэтому, ребят, будем развиваться, еще по трейдингу запущу такой вот, как бы будут посты, когда покупаю, продаю, пока все хорошо у меня получается, посмотрим, расскажу секреты в дальнейшем. И, ну, пока мы будем торговать по моим сигналам. Спасибо всем за внимание еще раз. Всегда, как всегда, был с вами Шалим Крипте. Всем пока и хорошего вам вечера, дня, ночи, что вы там ни делали. Всем пока.